Здравствуйте! Сейчас разберем задачи на тему углеводороды. Первая задача. Дайте название следующим формулам по Женевской номенклатуре ЮПАК. Вот первая формула. Нумеруем длинную цепь углеродных атомов с того конца, которому ближе старший радикал, или этих радикалов 2. Поэтому в данной формуле нумерация длинной цепи идет слева. Пишем название формулы. 2,2,4. 3-метил-3-этил-пентан. Название начинаем писать со старшего радикала. Вторая формула. В этой формуле для нумерации длинной цепи основой является двойная связь. Она ближе к правой стороне. Поэтому получается название 4,5-диметил-4-этил-2-гексен. 2 указывает углеродный атом, от которого отходит двойная связь. Задача вторая. Составьте уравнение реакции, с помощью которых можно осуществить следующие превращения. Углерод, метан, хлорметан, этан. Хлор-этан. Решение. Мы эту же цепь веществ напишем формулами CH3CH4CH3 хлор CH3CH3 и C2H5 хлор. Ну и первая реакция. Углерод соединяется с водородом при катализаторе и температуре, получается метан. Вторая реакция. Метан соединяется с хлором под действием кванта света H𝛎, получается у нас хлористый метил или хлор метан и H-хлор. Третья реакция. Реакция Вюрца, когда из двух молекул CH3-хлор действуем двумя молекулами натрия. У нас натрий захватывает хлор, получается натрий-хлор, и высвобождается этан CH3-CH3. И четвертая реакция. Этан присоединяет к себе хлор, идет реакция замещения, получается хлор-этан или хлористый этил и H-хлор.